Ну, у нас, знаете, что дан старт отопительной кампании, вхождение пораньше, по погоде, ну, исходя из ситуации, потому что, еще раз хочу повторить, очень много болеет ребятишек, людей, поэтому сделали до начала октября режим такого дистанционного обучения ребятишек, они находятся дома, поэтому начали подключать многоквартирные дома. Вот, сейчас мы обсудили, насколько будут завершены работы компании Т-Плюс, делают врезку от тепломагистралей, а дальше идет наладка уже внутридомовых систем и регулировка по подъездной, постоячной. Понятно и по опыту, что будут какие-то, возможно, перебои, но для этого и дано поручение главам районов поработать совместно с управляющими компаниями, чтобы все были и ждали включения многоквартирного дома и отрегулировать, чтобы горожане не испытывали дискомфорт, если в доме есть тепло, а у него в квартире или в какой-то комнате нет отопления. Это уже задача управляющей компании, ответственность главы района. А примерный срок, когда будут поданы тепло всем домам, примерно? Ну, мы планируем 7-е. 7 октября, да? И, конечно, на особый контроль сейчас завершение работ компании Т-Плюс. Спасибо.